Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В хорошую погоду можно двигаться со скоростью не более 110 км в час, о чем предупредит знак. В плохую погоду тот же самый знак покажет ограничение в 90 км в час. Такие изменчивые знаки начали тестировать на дорогах страны, где именно не уточняется. Следить за выполнением требования собираются с помощью камер, причем снимков будет несколько. На одном из них будут видны и автомобиль, и знак. Трасса 101. В прошлом году сразу на 20% выросло число погибших в ДТП с участием автомобилей такси. Само количество аварий не изменилось, а вот летальных исходов стало больше, рассказали в госавтоинспекции. Одновременно ведомство призвало усилить контроль за агрегаторами. Также, по его мнению, надо лучше отслеживать профессиональный уровень таксистов. Трасса 101. ОНФ предложил сделать технический осмотр необязательным для легковых машин, которые используются в сугубо личных целях. Вместо этого автовладельцам придется больше тратить на ОСАГО. Но если не хочешь переплачивать, просто пройди ТО. Кроме того, по мнению активистов, автоинспекторам надо дать возможность оперативно контролировать техническое состояние транспортных средств и запрещать их эксплуатацию при выявлении серьезных проблем. Трасса 101. Toyota запустила продажи обновленного седана Camry. Автомобиль стоит минимум 1 миллион 846 тысяч рублей. Из внешних отличий можно отметить другие решетку радиатора и передний бампер. Из внутренних иное расположение воздуховодов, новые блок управления климатической установкой и экран мультимедиа. Моторы бензиновые мощностью 150, либо 200, либо 249 лошадиных сил. Трансмиссия, вариатор, либо автомат. Трасса 101. Чаще всего аварии на улицах российских городов устраивают владельцы автомобилей Datsun. Это данные одной из известных страховых компаний, проанализировавшей статистику ДТП за 2020 год. Также в несчастливую тройку попали Peugeot и Hyundai. Далее идут Fiat, Ford, Kia, Skoda, Mazda, Subaru и Deo. В прошлом году средняя выплата по ОСАГО у данной категории составила почти 70 тысяч рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.